Журналисты смогли узнать, что происходит в данный момент в семье Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией. Как оказалось, мать артистки хочет забрать свою внучку Милу себе. Дело в том, что годовалая дочь прекрасной няни постоянно проводит время вместе с нянями. Родственники актрисы не могут уделить девочке достаточно времени. Петр Чернышев якобы все время находится с Татьяной Навкой. Хотя это странно, в инстаграме фигуристки муж Заворотнюк не мелькает. Вряд ли Чернышев отправился бы кататься на лыжах с умирающей женой, да и сезон ледовых шоу завершен. 24-летняя дочь Заворотнюк Анна тоже не может быть с малышкой Милой. Она строит личную жизнь и якобы уехала путешествовать. Где сейчас сын актрисы, неизвестно даже журналистам. Что интересно, одна из экстрасенсов считает, что Заворотнюк удалось вылечиться, но сейчас ей нужно восстановление. Якобы ей помогли подмосковные клиники, и теперь звезда отправится за границу, чтобы в спокойствии прийти в себя. Семья Анастасии Заворотнюк давно не выходит на связь. Анна недавно постила сторис из Рима. В группе поддержки прекрасной няни давно никто не пишет, только поклонники актрисы. Не всем нравится молчание родственников Заворотнюк, но это их выбор.